Сегодня делаем чип для Fiat Stilo, полная утеря. Значит, данные по иммобилайзеру находятся Bessa и вот он, этот блок. Давайте разберем и посмотрим, какая там микросхема. Можно отогнуть вот эти вот вещи. И посмотреть на плату, что у нас на плате. Вот здесь вот заковыристый один, видите, там внутри защелочка. Поэтому ее вот надо отодвинуть. И вуаля, мы ее открыли. Так, снимаем саму плату, отгибаем вот эти вот усики пластиковые, вот они, и одновременно нажимаем на разъем. Так, вот этот уже край у нас отпустился. Все, теперь переворачиваем и вытаскиваем вот этот край. Так, плата у нас вытащена. И здесь стоит у нас процессор, который мы будем сейчас читать. На основании прочитанного дампа будем делать чип с помощью Tango Key Programmer. И дамп уже, который подготовит нам Tango, зальем опять в процессор. Итак, открываем Tango Key Programmer. Так, выбираем Fiat Stilo Magneti Marelli 9S12. Открываем Help. Вот, пожалуйста, Help. Указан процессор. Сейчас будем его читать. Открываем Xprog M. Этот Xprog оригинальный, еще от TMT сервис. Значит, нам нужно выбрать 9S12. DG128 процессор. 9S12, DG128, EEPROM нам нужно. Так, смотрим wiring диаграмм, что у нас здесь показано. Вот нам нужно подключиться по этой схеме на плате. Так, 23-я нога у нас EKGD на процессоре, значит 28. Смотрим, переворачиваем вот так. Вот у нас показан первый пин. Вот ямочка это. Значит, здесь крайняя 28-я. Нам нужна 23-я. 28, 27, 26, 25, 24, 23. Итак, BKGD мы припаяли, так называемый BDM. Так, теперь нам нужно найти массу. Так, и находим 40-й пин по схеме, значит 29, и пошли считать 40. Вот у нас масса. Ну, можно ее, в принципе, соединить и вот сюда, на конденсатор массу. Ну вот, плюс идет тоже на этот конденсатор. 42-й пин нашего процессора. То есть вот он. Можно сюда его и припаять, собственно говоря. Так, все мы запаяли по хелпу Xprog. Давайте теперь пробовать читать этот процессор. Читаем EEPROM.
Вот, пожалуйста, EEPROM прочитан. Здесь содержатся данные о ключах, VIN и так далее, и так далее. Здесь все в этом дампе. Так, теперь берем Tango Key Programmer, открываем. Так, и давайте первым делом проверим, чистый ли у нас чип ID48. Да, не заблокирован. Вот он пишет, non locked. Теперь нам нужно выбрать модель, это Fiat у нас, Steel, Magnetium Rail, и открыть считанный дамп. Вот он нам показывает здесь количество прописанных в системе ключей 2. Можно посмотреть его пин-код. Вот пин-код этого Fiat. Это для аварийного запуска. Там педалью газа нажимается и так далее, и так далее. Это можно посмотреть все в интернете, в хелпе все это есть. Наша задача записать сюда один ключ. Итак, пишем первым ключом. Все, ключ записан. Он нам предлагает сохранить этот файл. Подпишем его 1K и сохраним. Ну и теперь снова открываем наш XProc. Открываем файл, который нам сделала Tango. И записываем его обратно в процессор. Все записали. Давайте посмотрим, где все-таки лежат ключи на этой машине. В какой области дампа. Это мы открыли считанные ранее, а теперь что нам подготовила Tango. Давайте откроем. Вот здесь лежат ключи. Вот это первый ключ, за ним следом пойдет второй ключ. Мегамост 48. Причем они повторяются в дампе. Три раза. Итак, отпаиваем наши проводочки, которые мы припаяли. То есть масса БКГД плюс. Отпаиваем аккуратненько, чтобы не повесить соплю. Все, и напоследок мы помоем то, что мы тут напаяли от флюса. Отмоем. И отдаем этот блок счастливому обладателю авто под названием Fiat Stilo.